Снова всем welcome, это снова я. Я вот тут увидел небольшой магазинчик с этими, с европейскими автомобилями. Это Mercedes, Volkswagen. Ну, сам Volkswagen. Кстати, цены на них, кстати, очень так приличные. Вот этот Volkswagen микроавтобус стоит почти 2 миллиона йен. 1 700 000 йен. Вот этот 1,5 миллиона йен. Вот этот жук ретро стоит 1 600 000, ну то есть почти 1,5 миллиона йен. За что, я вообще не пойму. Блин, такие деньги вообще. Здесь вот даже уже и хром, ну по сути немного это уже облазит, бампер уже старенький стал. Жает, ну диски, да, такие понтовенькие. В принципе, достаточно интересно. Посмотрите, что там внутри. О, права рульный. Там тахометр стоит спортивный. Ну что, прокачанный что? А вот тут леворульный жук, а это праворульный. Странные какие-то. Вот, тут вот уже краска пооблизала уже. Да, печалька. Вот тоже неплохой жук. Блин, ну цены, я вообще в шоке. А, ну это уже дешевый, уже подешевле. 780 тысяч йен. Вот какой-то тоже. Lawyer Motors. Ну, тоже выглядит как дайвинг-клуб. О, Ишигаки. О, там что-то. Там внутри что, шлем, что ли, елки-палки, лежит? Тут держался, что ли? Не, ну так в салоне неплохо сделано. Что-то прям все обшито там. И пол там. Багажник открытый, что-то непонятно. Медведь. Volkswagen тоже жук. Да, любят тут в Японии такие машинки. Ну, конечно, цены, да. Жесткие прям. Если честно, я в Японии очень редко встречаю жуков. Тем более вот таких старых. Новые модели, да, встречаются. Этот жук вообще ржавый весь. О, крылья все изнутри, все проржавело. За такие деньги продаются, я вообще в шоке. Ха. А вот там вот спортивный глушитель висит у него. Да, вот это типа прокачанный какой-то жук. Интересно тоже так посмотреть. Ну вот Lawyer Motors. Lawyer Motors фирма называется. Кому интересно, можете посмотреть в интернете эти. Ну и мэр стандартный, в принципе. Это универсал. Такой семейный автомобиль. Леворульный. Вот. Ну и это явно из Германии. Пригнанный. То есть не для английского рынка сделано, а для внутреннего немецкого. Вот автомат, все как надо. В принципе, достаточно хорошее состояние. 300 ТЕ. Вот такой вот салон, мини-салон европейских автомобилей, ну то есть немецких автомобилей в Японии. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.